Привет, друзья! Ставим лайки, подписываемся. Итак, поехали! Диана Гурцкая с супругом впервые рассказали о трудностях семейной жизни. Муж известной певицы раскрыл неожиданную правду о семейной жизни. Свой юбилей исполнительница отметила в эфире программы «Пусть говорят». В студии собрались друзья и родственники звезды. Муж, адвокат Петр Кучеренко, рассказал неожиданную правду. Диана кажется хрупкой и беззащитной, но на самом деле Гурцкая – кремень. У нее взрывной грузинский характер, она очень ревнивая и частенько устраивает мужу сцены ревности. Петр признался, что самый сложный период в их отношениях был сразу после рождения сына. Мужчина оказался не готов к таким переменам. Он не понимал, зачем им вообще нужен был плачущий ребенок, требующий много внимания и терпения. Со временем проснулись отцовские чувства. Более того, Кучеренко хочет еще детей. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!